Новый казахский культурный центр открылся в Великобритании. Теперь жители королевства могут лучше узнать национальные традиции и историю нашей страны. Мои коллеги продолжат. Число казахстанцев, проживающих в Великобритании, растет из года в год. Это студенты, обучающиеся в передовых вузах королевства, а также наши соотечественники, которые работают на местные компании. Тут у нас не только казахская диаспора из Турции. Есть также те, кто приехал из Китая, Монголии и Казахстана. Кто-то учится, работает и живет здесь. Некоторые находят своих вторых половинок. Объединение казахов, популяризация и повышение знания молодежи о казахской культуре, обычаях и истории – это наши цели. Интерес к нашей культуре проявляют и британцы, в том числе благодаря известному певцу Димашу Кудайбергену. Чтобы понять слова песен любимого исполнителя, фанаты изучают казахский язык. На открытии центра они ближе познакомились с обычаями нашей страны. Торжественное мероприятие совпало с балом молодежи в Уорикском университете. Ежегодное мероприятие собирает казахстанских студентов со всей Великобритании. И очень важно, что это мероприятие самостоятельно организованное студентами. То есть они самообразовываются, общаются друг с другом. Здесь, на этом мероприятии, находятся студенты не только с Уорикского университета, но и с многих университетов Великобритании. Посольство всегда поддерживает такие инициативы и будет оказывать дальнейшее содействие укреплению связи между нашими студентами здесь, в Великобритании. Мы решили, что бал этого года мы проведем в национальном стиле. Я считаю своим долгом показать казахские традиции и обычаи. К примеру, сегодня мы пришли в национальных кольцах, серьгах и чапанах. Я узнал, что у вас есть красивая традиция рассыпать конфеты, обряд, символизирующий изобилие. Впервые услышал звучание национального музыкального инструмента дамбры. Это здорово. В перспективе центр планирует приглашать молодых казахстанских музыкантов в Великобританию и продвигать их творчество. Также в планах продвигать в королевстве продукцию отечественных предпринимателей. Возможно, даже превратить казахские танцы и одежду в тренд. Сандугаш Байгуаныш, Галымжан Караманулы, Великобритания, 24 KZ.